Всем привет, всем здравствуйте, друзья, рад приветствовать вас на канале BorodBro. Короче, друзья мои, хорошие новости есть. Помните, я недавно выпустил один видосик по игре Once Human, как раз русский язык добавили, и я решил начать выживание второго сезона, но возникли проблемы с моими персонажами, со старыми персонажами, и мне пришлось создать нового персонажа. Сейчас покажу, вот прогрузится. Сочную мулаточку создал. А эти два персонажа я не мог вообще никуда деть. Через некоторое время, там на второй, на третий день, по-моему, на второй день после того, как я видосик выпустил, разрабы выпустили фикс-патч, который исправил эту ошибку, исправил этот баг. И мне удалось загнать этого персонажа на PvP. Я с него сейчас стримы веду. Кстати, сегодня по PvP шелся так на славу, блин. И я поубивал, и меня поубивали. Если что, залетайте на стримы, короче. Весело. Так, этого я загнал на PvE сервак на хардовый. То есть это на новичковом сервере PvE, а это на хардовом сервере PvE. У каждого сервера есть своя сложность, есть свои особенности. Так, вот смотрите. Каждая непись на этом сервере имеет определенные функции и определенную защиту. Например, есть защита, которую нужно выбивать быстрым стрелком, это фастганнер, горением, огнем и шрапнелью. Плюс боевая крепость, это... забыл, как она называется. Снайперка Черная Пантера обладает подобным эффектом. Зайду покажу. У меня есть шрапнели, есть боевая крепость. И, кстати, горение тоже есть. Все это есть. В общем, я решил начать новое выживание, опять же. Вот именно с этого персонажа. То есть, это выживание там придется приостановить. Давай зайдем на сервер, выйти в игру, а пока на сервер заходят, я переключусь на экран. Сейчас, сек. Вот тут у меня есть видосик. Я просто загонял этих персонажей в 3 часа ночи и не хотел шуметь сильно. Вот этот выбор дается. Выбор упрощенный. Ускоренное погружение с рекомендациями только по необходимым заданиям. И выполнено. Оцените задание в полном объеме и без изменений. Для металлюдей, желающих слегка погрузиться в ностальгию. Я хочу именно по заданиям пройти, поэтому выберу вот это. Так, после выбора режима задания нельзя будет переключаться между сезонами. Действительно, играть в полном режиме, да, хочу. В полном объеме окунуться. Вот таким вот образом, друзья, видите, да? То есть я записал видосик в 3 часа ночи. Кстати, сочная мулаточка вот тут. Я записал целых 4 серии, но их придется удалить, к сожалению. И сейчас буду записывать вот эту серию. И уже буду записывать второй сезон. Так, это у меня китаяночка такая. Я планирую превратить ее опять же в сочную мулаточку. Мне понравился тот персонаж. У меня для этого все есть. Тут для этого нужны специальные токены, которые у меня имеются. Вот это токен куколки. Он позволяет тебе поменять внешность персонажа. А это поменять цвет волос. PvP перса я также превратил в одну сочную мулатку. Шоколадочку такую, прям аппетитную. Эту я также превращу, переделаю. Все, идем по квестам. Не будем сильно отвлекаться. Идем по квестам. И нужно будет построить, естественно, домик. Что у меня есть? Выберите, так, подходящее место и нажмите B, чтобы установить домик. Быстренько идем и устанавливаем домик. Устанавливать буду его тут, если есть место. Мне это место нравится пока что. Далеко ходить не буду.
Да, место свободное, так что идем туда. А нет, не свободное. Там уже занято. Ё-моё, тут дом на доме домом погоняет. Наверное, вон туда встанем. Дом на доме домом погоняют, офигеть. Вот это народ строится, конечно. Тут, кстати, можно строиться. Ну, поближе к воде. Нежелательно на ровном месте. Офигеть тут народу, блин. Офигеть. Вот прям офигеть. Сколько можно строить? О, тут есть этот металл. Значит, тут и будем. Мне нравится. Только повыше сделаем. Дерево тут, кстати, много тоже. Курица, можешь отстать. Вот тут, вот так вот. Так, эту куда-нибудь в уголочек, хотя нет, не в этот уголочек. Давай-ка в этот уголочек вот так поставим. Второй уровень. Дальше. Нажмите Tab, чтобы открыть колесико. Здесь. Ну окей, Tab, и что? Короче, нужно разблокировать верстак, нужно разблокировать печку. На экран меметики мне говорят. Переходите. Ладно. Я понял, все, переходим на экран меметики, быстренько все это делаем. Хотя давайте я быстро на паузе это сделаю, чтобы время не тратить. Еще я буду ваше время тратить, правильно? Так, все, изучил. Ну, там они вначале были прям. Соберите гравий 50 штук. А есть ничем собирать вообще? Ой-о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 й. А мне тут даже нечем бить, если честно. Так, друзья, это у нас второй сезон. Я предусмотрительно сделал все. Кстати, во второй сезон можно перенести все свои вещи. Но не все, правда. Так, вот эта штука не перенеслась, ее выкинем. Экспорт ресурсов нажимаем. Я позаботился о том, чтобы у меня были пилы, чтобы у меня была дрель, да, этот электробур. Поэтому загоняем сюда электробур, загоняем сюда пилу. Я не собираюсь работать руками, блин, киркой. Охренеть, сколько у меня тут ништяков. Прям вау-вау-вау. Прям сочно. Вот, все ресурсы перенеслись, даже с перебором. Кислоты сколько я там нафармил, блин. И все коту под хвост, потому что оно очень дорого стоит. Офигеть. 10 тысяч стоит, чтобы один стак кислоты перетащить. Семена. Благо, семена перетащил, которые нужно. И еще одно, друзья. Когда выбрасываете вот это все дерьмо нужно сбрасывать на пол. За территорией. Я сбросил его на пол в мешок на территории, и оно, сука, собака, перенеслась в сезон следующий.
Я наделал много карт этих консерв. Оно позволяет больше ресурсов добывать. Сейчас не буду это брать, потом добуду. Заберу, когда буду это делать. Так, все, у нас все есть. Добудьте камень, добудьте все, сейчас увидите. Вот чем отличается второй сезон от первого. Вот этим. Что я подхожу, блин, и пилю сразу бензопилой. Все ресурсы фармлю, блин, просто буром. Просто бурю их нафиг, и не надо сидеть корпеть киркой. Посмотрел прошлую серию с мулаточкой сочной. Тут понимает, о чем я говорю. Я там киркой сначала каменной бегал, потом скрафтил медную, потом бронзовую, для того, чтобы добыть ресурсов. А тут просто на. Раз-два и все готово. И можно сразу нормальный дом ставить. Мгновенно. Кстати, предлагаю сразу нормальный дом поставить. Фига, фикусы быстро растут обратно. Видали, да? Я только их спилил, они уже тут. Смотри, медяха уже там. 12 минут видео. Просто 12 минут от начала. А я уже нафармил, блин, на 10 домов. Вот что значит второй сезон, ребят. Так. Давайте быстренько подвинем тут все. А, кстати. Кстати. Находясь на территории, нажмите B, чтобы перейти в режим строительства. Перешел в режим строительства. Дальше что? А, построить печь надо. Сейчас построим, но нужно кое-что выбрать. Вот эту курицу нажимаем на F. А, не, это мне сейчас недоступно. Блин, квесты мне сейчас недоступны, чтобы левелапнуть. Они потом будут доступны. Ну давай тогда быстренько хату поставим. Что нужно для хаты? Так, чертежи под дом, заготовки. Вот эта хата прикольная, я уже ставил. Меня она устраивает полностью. Так, материалы. Чертеж дома. Что там нужно открыть на тебя? Ты мне лучше покажи. Конструкция его. Лестницы, окна, перила, крыши и стенки. А хватит ли мне вообще меметиков на это? Может не хватить даже. Не, не хватит, потому что у меня всего два меметика, так что нет. Хотел как быстрее, но не получится как быстрее. Придется все же вот так это делать. Так, ставим это. Ставим. Что там? Нет. Изготовьте уголь 10 штук. Ладно, давай сделаем уголь 10 штук быстренько. И меди надо 10 штук. Блин, мне на PvP выпали такие печи интересные в особых, так сказать, ресурсах. Вот в этих сейчас покажу.
вот тут вот выпали печи, которые на 60% быстрее это все делают и на 50% меньше электричества требуют. Вообще кайф. Я только включаю, там пока что-то бегаю, кручусь по дому, все готово. Все очень быстро плавится. Так, знаете что? У меня нет при себе водички, поэтому мы поставим вот эту штуку. Вот тут вот рядом. Вот так, чтобы я ее удалить мог. Наберем отсюда сейчас воды и скипятим. Что-то пить нужно, похавать есть консервы. Пить этот Старком, Стардаст, как оно там называется, забыл. Чё, как оно там называется-то? Ну да, энергия, энергетики звездной пыли. Я не хочу, он очень дорогой, я его сейчас просто-напросто продам, чтобы заработать немножко денег. Нам сейчас деньги прям позарез нужны будут. Все, пускай делается. Быстренько выполняем, это, выполняем все квесты в начале. Так, дальше что? Надо построить вот этот верстак для разборки. Есть. Дальше что же? Же, чтобы открыть задание путешествия, да? Забираем отсюда. Забираем отсюда. Забираем отсюда. Это все опыт. Каждую прокликиваем, где желтая есть. Так, руководство. Это все мне не интересно. Так, задание. Задание, которое я выполняю сейчас. Что нужно? Меня посылают, короче, к монолиту. Но я бы хотел сначала ресурсы выкинуть нафиг. Поэтому давай поставим парочку интересных штучек. Так, мебель. Можно было бы, конечно, взять вот эти вот сундуки выучить. А, кстати, у меня выучено вон. Сундук Розетты. Вот этот сундук. Вся эта фигня, но мне нужно стекло. Можно мне немножко стекла сделать? Можно. Только сначала надо уголь сделать. И поставить вторую печь, естественно. Так, покемон. Пока будет бабочка, у меня там есть еще покемончик. Забираем сразу же покемона на G. Запомнить, вторым кликом закинуть покемона на G забрать. Те, кто не играли еще, если что, будете знать. Так, что там по углю сделалось? Да, есть 30-ка угля, все. Забираем, там дальше уже доделается. Что мы сделаем? Так, не туда. Я их слишком близко поставил, неудобно. Шкафчик сейчас сделаем, просто чтобы ресурсы сбросить и все. А тут, да тут закажем просто-напросто угля на максимум. Что делает? Что, опыта? Набьем нормально так, на угле чисто. Хотя нет, стопы. Мне там дерево немножко нужно будет. Помимо стекла. Так. Как раз крапа немножко набьем. Фига себе, у меня Стардаст. Посмотрите сколько звездной пыли. Соточка сразу же. Так, отлично. И пошли в путешествие сразу. Не будем ничего тормозить даже. Возможно, если получится, в этой серии я сделаю этого. Сделаю дом. Так, пока бежим, я не знаю. О, смотрите. Квестик сразу. Интересно. Слышь? Поговорить? Что здесь происходит? Так, отрезак. Вы мотылек? Вот это удача. Эта штука просто появилась из ниоткуда. Начала что-то бормотать непонятное. Ну, вообще, я не уверен, что она опасная.
Так. Хорошо. Я погляжу сейчас, что с ней не так. Виш-машина. Поговори с виш-машиной. Well. Отлично, отлично, отлично. Наконец-то мы встретились. Вы меня знаете? Ох. Не нужно стесняться. Мы составим идеальную команду. Вы и я. Просто чувствуйте это. Чувствую, точнее. Итак, давайте начнем без лишних лирических отступлений. Наш первый проект. Какой проект? Давай, о чем ты? Желание, конечно, желание. Почему, как вы думаете, меня называют мистер желание? Итак, что вы? Что вы можете получить? Мощное новое оружие или, возможно, новый стильный наряд? Просто скажите слово и получите чертеж. Вообще. За, конечно, Стархом. Вот. О, 5 сотен Стархома дали. Круто. Плюс у меня сколько тут? 26 тысяч еще. По сути, с первого сезона. 25,5 было. Так, можем крутить. Эхо разлома. Это можем крутить, это можем крутить. Блин, сейчас другие пушки. Сейчас кам КВД крутится. МГ-4 крутится. Это жопа. Почему? Покажу. Покажу, почему это жопа. Чертежи. Этот перс у меня имеет шрапнельный сокор. Прокачан он в 2 единицы. И посмотрите. Мне, сука, не хватает одного кусочка. Одного кусочка чертежа мне не хватает для того, чтобы просто-напросто создать третью звездочку. Одного. Вы понимаете, а я могу чем-то докинуть-то? И даже этого недостаточно, чтобы докинуть. Придется выбивать. Выбивать, выбивать и выбивать. Поняли, да? Так, а ну-ка, Анаджи, я могу купить еще один сокер? Нет, куплен. Вот такие уделишки. Ладно, пошли дальше. Так, я подбегаю сюда. Да, это Дигл, что он есть, что его нет, то же самое примерно. Так, сейчас полутаемся заодно. Все ящики хранения полутаем, вообще весь мусор полутаем. Он мне нужен, этот мусор, для того, чтобы создать пушку, сокер. Сразу создадим сокер первого уровня, этот топовый. Ну как топовый, он первого уровня будет, это не топовый. Никакой не топовый. Так что у меня по весу есть еще, а то я набил уже ресурсы. Да, могу. Могу 80 кг таскать. Лята-лята, а ну-ка, мотылечек, вперед за родину. Работай. Мотолетчик работает. Будем сейчас, кстати, сезон этот. Сезон голос, цель сезона выполнять. Тоже. Это все Стархом, друзья. Не стоит это проебывать. Для новичков, кто не в курсе, сейчас покажу. Так, пока бабочка меня прикрывает, нажимаете Escape, вот этот вот, вот эту вкладку. Тут может быть написано что угодно. Тут сезоны. На этом сервере уже идет второй сезон, 6 дней до третьего сезона, так что карта вся открыта. И тут есть вот сверху, видите, фаза и цель сезона. И вот тут в цель сезона есть выполненные вот такие задания. Либо их можно выполнить. Вот тут написано, что нужно делать.
И тут за это ты получаешь стархом. Тебе дают стархом и сброс. Один сброс дают для того, чтобы можно было сбросить особые умения. Если тебе не понравилось то, что выпало. Вот видишь, каждая штучка дает тебе по 30 крылышек. Набиваешь 70 крылышек, получаешь это и это. Мы это, конечно, сделаем. Постараюсь сделать это в первой серии. И вот тут во втором я что-то выполнил. Тут больше уже. Второй сезон больше. Третий сезон еще больше будет. Так и набивается большое количество стархома. Именно так. Все это набивается в большом количестве. Не забывайте этого делать. Стархом — это валюта, которая позволяет вам купить топ-пушки и так далее. Вот этот золотой сокер, там, виш-машины, короче. Вот эта машина желаний, которая там встретилась мне на пути, да? Квестик. Вот это все за стархом там можно купить. Блин, мне вода нужна. Я сейчас бегать не смогу. У меня и так скорость снижена из-за того, что я просто-напросто не выпил воду. Я забыл взять воду с собой. Так, полутать ящик обязательно. Забираем. Все, есть хилочки. Это хорошо. На четверочку сожрать консервы. Опа. Перезаряжайся. Олень, олень, олень. Олени нужны. Даже очень. Смотрите, что я вижу. Вы тоже это видите? Серебро. Добываем. Покемон не выпал. Выпал покемон сразу. Смотрите, какой покемон сразу выпал. Крот выпал. Падла, иди сюда. Он второго уровня. Блин, я его, походу, не смогу забрать. Черт, надеюсь, я его заберу. Но он второго уровня. А я там уровнем пока не вышел. У меня перчатки херовые. Какие перчатки? У меня их нету даже. А, нет, забрал. Круто. Все, у нас есть крот. Покажу сейчас. Объясню, для чего он нужен. Смотрите. Потенциальный крот. Рейтинг навыка 2. Рейтинг активности 4. И глазики, видите? Один глазик открыт. Он добывает ресурсы, добывает железо, добывает оловянную руду, медную руду и серу. Ты его просто в такую вот колбу ставишь, как я бабочку поставил, и он у тебя на территории работает, это работник. Также есть бобры. Ну и в общем, они тебе помогают, типа, с ресурсами и так далее. В начале, когда ты новичок, это must have. Вот такие котры, это кроты и бобры. Это реально must-have. И бобра, кстати, поищем, покажу, где он там находится. Бобер дерево грызет и таскает домой дерево. Но так как у меня есть бензопила и этот, и бур, у меня с ресурсами проблем не будет. А вот у вас, если вы новичок будете, проблемы с ресурсами будут. И вот такие вот девианты вам сильно помогут. Я их покемонами называю. Так, верни мое добро. Твое имя на нем не написано. Теперь это мое добро. Ты держишься слишком дерзко для того, у кого даже нет оружия. Нет оружия, у меня пистолет вообще-то есть. Честно говоря, это заслуживает уважения. Постой-ка. У тебя на спине кто? Колыбель? Ты мотылек? Мотылек, мотылек. Любопытно. Мне казалось, что кроме меня мотыльков больше не осталось. Эта сучка всех перебила. Так, раз уж мы оба мотыльки, пора познакомиться. Как тебя зовут? Я Мэри. Здорово. Так, здорово, что мы встретились. Думаю, как мотыльки, мы наверняка сможем помочь друг другу. Я проверяю информацию об ином. Сейчас договорит. Я проверяю информацию об ином. Создающее... так, стоп. Я проверяю информацию об ином, создающим проблемы, вероятно, с... он связан. Так, простите, друзья, у меня 3,5 часа ночи, и до этого я провел
6-часовой стрим, у меня язык заплетается, но все же я решил для вас записать видосик. Я проверяю информацию о Бином, создающем проблему, вероятно, он связан с недавно реактивированным монолитом поблизости. Так, я тоже. Только не говори мне, что ты собираешься пойти на могущественного иного с голыми руками. Так сейчас тебя даже обычный иной может на части порвать, согласен. У тебя ведь пока что еще мало опыта, верно? Нет, не мало, у меня много опыта. Я дам тебе чертеж, смастери с его помощью себе пистолет, поверь мне. Без него у тебя тут не будет ни единого шанса выжить. Ну а пока ты будешь этим заниматься, я разберусь с другими делами. Хорошо. Когда закончишь, найди меня в Дедсвилле. Это ближайшее поселение, понял. Дальше что? Две головы все же лучше, чем одна, я понял. Все, забираем, дает нам 40 частей на дробовик. Спасибо, Маришка. Она мне в прошлый раз также 40 частей на дробовик. Тут, друзья, в начале есть вот такая вот хрень. На нее наступаешь, и она это показывает еще одну. Для чего это нужно? Это, короче, особые сундуки. Да лезь ты, падла. И вот отсюда прыгаешь сюда, на эту штуку. Оп, видите? И мистический ящик. Не путайте с мистическими сундуками. И забираете его. У меня тут одни ништяки. Если вы в начале, то там будут другие ништяки. Так. Дальше нам домой. Все. В сторону дома я не собираюсь бежать. Я домой тпхнусь просто. Я буду подсказки вам давать по мере прохождения. Для тех, кто играет первый раз, это будет самое то. Так, закидываем сюда. Не, не закидываем. Наоборот, забираем отсюда все ресурсы. Почему? Объясняю. Сейчас будем дом ставить. Так, верстак для разборки. Разбираем все. Я знаю, 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 как разбирать. Не надо меня учить. Так, верстак для разборки. Хорошо. Путешествие завершено. Смотрите, сколько тут угля. Сейчас мы на угле тупо левел поднимем. Так, и стекло. Все, что хочешь. Смотри, четвертый левел. Я вам говорил, сейчас на угле левел поднимем. Так, попилим сейчас пару деревьев. Вот водичка у меня закончилась, кстати. Вовремя вернулся. Так, забираем это. Тут черничный. Нет. Можно сделать какой-то хоть сок? Не, можно хавчик сделать. Ладно, сделаем. Пускай делается. Так, нолик. Давай выпьем кружку воды. Воду старайтесь держать, чтобы была больше, чем 50%. Так намного быстрее бегаешь, видите? Если вода заканчивается, вообще очень медленно бегает. Так, все. Миметики. Открываем дом. Так, открыть вот это нужно. Открыть вот эти крыши нужно. Так, открыть вот это нужно. И вот эти лестницы. Это все, что нужно на тот дом. Дальше. Заморачиваться сильно не буду. Это все разбираю. Просто. Так, это разбираю. Это сейчас переношу на своем. На своей территории. На своей территории, на своем клане можно это нажать на тильду. И летать вот так вот. И переносить что-то. Либо строить. Удобно очень. Так, это разобрать. Это у нас центр территории. Сейчас тоже близко к центру поставим. Быстренько себе домик.
Так. Б. Стоп. Б. Правый клик. Чертеж дома. Заготовки. Вот этот дом. Я не могу его построить еще. По материалам недостаточно или что? Да, дерева не хватает. Да ладно, блин. Пойду фикус срежу. Сейчас пилим фикус, и все хватит. На все, буквально. Пили фикус, блин. Засранка. Фикус отказалась пилить. Ууу, сучка. Так, мы на своей территории, отойдем сюда подальше, чтобы туда дом воткнуть. В смысле? Еще не хватит? До 2000 набить надо. Там 1800 нужно. На этот раз хватит. Где дерево? 1500, не хватит. Еще нужно. Сейчас напилю быстро. Так, все, я напилил. Не буду заморачиваться строить дом. Просто поставлю этот. Вместительный достаточно. В общем, годится. Так, нужно его как-то вот так поставить, и чтобы он был плюс-минус близко к центру. Но не слишком близко. Вот как-то так. И ровно, чтобы стоял. Ну-ка, ровно стоит. Да, идеально. Я надеюсь, что я сзади могу строить фундаменты. Сейчас проверим. Да, могу. Они нам нужны будут для защиты дома, когда будем выполнять определенное задание. Все, дом есть. Это хорошо. Отсюда забираем. Так, эту фигню можно разрушить уже. Она уже не нужна тут. Смотрите, какой вместительный домик-то. Круто. Круто. Так, откройте экран заметки с счетом. Верстак для разборки. Нет, верстак для припасов. И что еще? Верстак для снаряжения. Отлично. Давай поставим верстаки нужные. Вот это нам сюда. Это верстак. Так, сейчас скажут еще открытие. Быстро ставим верстаки. О, нифига себе, мне там дали кое-что интересного. Кстати, сначала не этот, сначала поставим верстак для разборки. Вот в эту сторону. Вот так вот он будет. Потом поставим верстак для патронов. Уже проверено просто. То оно тут красиво все влезает. Так, а тут медных слитков не хватает. Печек несколько штук. Давай для начала две, потом еще поставим. Меди сразу побольше заготовим. Так, а в этой угля побольше. Опс, что-то. Так, по идее, хватит уже меди. Нет, еще 4 штучки. Блин, долго. Очень долго это все делается. Вот так вот. Хватит.
Особенно, когда ты спешишь. Так. Вот так вот. Нужно. Есть. Так, дальше что там? Выбор. Разблокируйте и метьте к базе гир. Смастерите оружие любого типа. Отлично. Меметик базе гир. Так, не это. Вот это базик гир надо разблокировать. Оно, кстати, вот это все позволяет делать. Смастерите оружие любого типа. Друзья, как вы думаете, какое мы оружие сейчас делать будем? Любого типа. Так, я все знаю, как крафтить. Посмотрите. Любого типа. Вот именно этого я и буду создавать. Второго тира не могу, но первого могу. Сразу делаем сколкер со шрапнелью. Топовый, который у меня есть. На 2 звезды. Жаль, не на 3. Так. Готов к использованию. Ну чё, путешествие есть. Так, откройте экран заметки, разблокируйте доступ к боеприпасам. Так, смастерите любые типы боеприпасов. Сейчас сделаем тоже. Это все делается быстро, но занимает некоторое время по-любому, как видите. Так. Нам нужно... Вот, кстати, там долбит этот, блядь, крот. Под люка сидит там и долбит, долбит и долбит, долбит и долбит. Давайте закажем патроны. Все, 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 я же вам говорю, все, хватит. Мне нужны патроны под штурмовую винтовку. Сколько я могу сделать? 1900. Не, давай-ка 1000. И под вторичное оружие. Блин, а хотя не, вторичное оружие я, наверное, возьму с собою. Просто стрелами и арбалет. Ибо я манал. Как вторичное оружие брать пистолет. Серьезно. Хотя нахрен мне вторичное оружие, когда у меня первичное оружие, прям жесть. Ладно, возьмем тогда немножко патронов на пистолет тоже. 180 пусть будут. Так, это у нас есть, это мы выполним. Все, нас направляют в эту деревню, это хорошо. Перед тем, как мы отправимся в деревню, давайте я быстренько перемещу вот это. Это наш клайм основной. Его ставим сюда. Возле двери поставлю. Вот так. Чтобы он не мешал. Также берем вот этот аквариум. Его ставим вот сюда. Удобно очень в ряд. Тут входят вот между этими окнами как раз 10 штук. Поставим еще одно. Нет, не поставим. Не хватает стекла. А хотелось бы. Крота можно было бы туда запустить. Так, все, погнали в деревню. Друзья, пока я бегу не в службу, а в дружбу, поставьте лайкосик. И если вам не трудно, подпишитесь на канал. Это все бесплатно, делается легко и в один клик по сути. Я делаю и стримы, и видосики, стараюсь. Поддержите это подпиской, лайкосиком, если вам не трудно. Так, Мэри. Давайте поговорим с Мэри. Здорово, у тебя все получилось. Похоже, оружие, блядь, сослужило тебе хорошую службу. Да. Сослужило. Правда, у меня своего оружия полным-полно. Да, это был самый быстрый способ доставить тебя сюда. Так, при помощи этих башен даже можно путешествовать между мирами. Но мне пока не удалось выяснить, как. Может, тебе повезет? Да, я знаю, как. В любом случае, хорошо, что у тебя, это, что тебе удалось сюда попасть. Дедсвилл — идеальное место для сбора информации.
Отлично. Та торговка. У старой машины выглядит бывалой. Быть может, она расскажет нам что-нибудь важное. Хорошо, пошли к торговке. Да, я знаю. Вот тут так и тут G. Для того, чтобы путешествовать между мирами. Для тех, кто не в курсе, нажимаете G, выбираете мир, куда хотите попасть, и путешествуете. Разные миры — это, по сути, виртуальный мир. Так можно, например, покемонов ловить. Давайте с Клэр поговорим. Поговорить с Клэр. Входи, смотри, если интересует что-нибудь. У меня все открыто. Я просто присматриваюсь. Постой, мы ранее не встречались. Но ты ведь из мотыльков, верно? О, хвала небесам. Мне как раз очень нужна помощь. Какая помощь? Меня зовут Клэр, Клэр Лейн. Вообще-то я странствующая торговка, но пока застряла тут. 3 дня назад моя команда отправилась в место под названием «Прогнившая усадьба», чтобы собрать там для меня кое-какие вещи, но так и не вернулись. Возможно, она просто сбежала. Прихватив вещи. Вот только не надо этого цинизма. Мы с ними прошли через огонь и воду, и, блин, и они никогда бы так со мной не поступили. Боюсь, с ними что-то случилось. Ходят слухи, что... Блин, она когда говорит, мне сложно считать. Ходят слухи, что с недавних пор прогнившая усадьба просто кишит иными. Подозреваю, без могущественного иного тут не обошлось. Так, что тебе надо? Она сейчас мотоцикл должна нам дать. Все, что я знаю, мне рассказал мне вон тот джентльмен. Тот хорошо одетый джентльмен. Думаю, от него ты сможешь узнать больше. Он явно выделяется на фоне других. Все, все, хватит трындеть. Так, я отмечу прогнившую усадьбу на твоей карте. Хорошо, давай. Не забудь перед уходом запастись патронами. Хорошо, я уже. Пошли быстренько пообщаемся с этим. Надеюсь, я в 1 час уложусь. Потом надо еще зеркало поставить и нашу симпатичную китаянку превратить в симпатичную мулаточку. Так, и впервые узнать, что... Не понял. И впервые узнать, что это за место, пройдя сквозь... А, он что-то там пробормотал, неважно, так... О, мотылек. Да еще с таким потенциалом. Очень приятно с тобой познакомиться. Так тебе известно о могуществе ином, который воздействует на этот район? Я как раз тот, кто тебе нужен. Меня зовут Сэмюэл Лоу, я скромный ученый. Чья специальность — удивительный феномен, который мы называем иными. Что же касается тебя, ты ведь ищешь ключи, чтобы открывать вход в темную башню, верно? Да. Будь осторожнее, ибо они могут открыть не только его. Ты всегда говоришь загадками? Мне просто хотелось задать подходящее настроение в мире. Ведь... А, стоп. В мире ведь должно остаться хоть немного позиций. Поэзия. Согласна? Согласись. Потому что, короче. 4 часа ночи, друзья. Язык заплетается уставшим. Мэри. Точками. Так. Сейчас тебя интересует иной внутри этого монолита, верно? Это не монолита, блин. Но эта башня надежда заперта, а ключи к ней — якорь разлома. Так, разбросанные по всем болотам. Дейтона. Якоря разлома, их ведь делает Розетта, верно? Активировать их мы сможем, получить доступ к, к пространству разлома внутри монолита. В точку.
А теперь скажи, где, по-твоему, могут находиться эти якоря? Да они на карте отмечены, вы что, идиоты? Как правило, блядь, в наиболее загрязненных звездной пылью местах. Прогнившая усадьба явно одно из этих мест. Верно. Жду не дождусь увидеть тебя в деле, мотылёк. Думаю, мне потом будет о чем рассказать. Окей. И, кстати, я не прочь пополнить свою коллекцию еще одним иным. Без базару, братан, пополнишь свою коллекцию еще одним иным. Друзья, в этом доме во втором этаже спавнится кот иногда. Вот тут вот. Девиант-кот, мой этот покемон. Он домашний, он помогает вам лучше осваиваться. Также вот тут вот в коробке, в этом ангаре, можно тоже взять отсюда, просто нажать на F и взять там какой-то покемон, какой-то девиант выпадет вам. Мне уже третий раз подряд кубик выпадает. Кстати, топовые кубики. Эти кубики позволяют вам делать определенные зелья телепорта. Так, это куда меня? К Мэри? Давай к Мэри. Поговорить с Мэри. Теперь, когда мы точно знаем, я придумаю, как взломать монолит. После того, как ты активируешь якоря разлома, я буду ждать тебя у ворот монолита. Понятно? Так, конечно. Мне не привыкать, все сделаем. Главное, не забудь взять побольше патронов. Конечно. Да, еще кое-что. У меня есть для тебя мотоцикл. Можешь им воспользоваться, с ним ты сможешь многое делать быстрее. Отлично, она мне дает мотоцикл. Вон он. Круто. 55 минут, друзья. 55 минут. Запрыгиваем на мотоцикл, получаю пятый уровень. Каждые 5 уровней, друзья, мы можем выбрать одну специальность. Странно, что мне еще не дали возможность это сделать. Путешествие завершено. Может, сейчас покажет, что есть такая возможность. Так, знаете что? Могу ли я строить... Да, вот, вот. Дали мне специальность. Могу ли я строить зеркала? Напольное зеркало, да, могу строить. Стекло. Нужно будет стекло нам. Я бы поигрался. Сейчас нужно быстро домой сбегать, поставить стекло. Я бы переделал перса, а потом можно будет сходить и квест выполнить. Так, стекло подошло. Забираем его. Кстати, тем временем и медяха сделалась. Что я могу? Я могу кровать поставить? Нет, кровать мне надо изучить. Потом поставим. Так, напольное зеркало. Ну, пусть будет вот тут вот. Например. Перед тем, как я поменяю внешность, давайте зайдем сюда вот в меню. Фига себе подлагало. Так, миметики. Друзья, тут есть особая вот эта вот фигня. Все, хватит, блядь, что? Вот, как раз таки. Оно показывает, видите? Каждые 5 левелов вы можете выбрать одну интересную механику, так сказать, профессию, да? Нажимаете сюда, и вот тут профессия. Вам выпасть может разное. Если выпадут сундуки на 64 слота, берите, не задумываясь даже. Так, мне выпало. Усиленные объекты печи. Потребление ресурсов на 30% меньше.
Так, отлично. И на 30% меньше время выплавки. То есть печи, вот эти вот печи будут потреблять меньше ресурсов. Это круто, на 30%. Дальше рюкзак какой-то. Переносная взрывчатка не интересует, потому что оно позволяет тебе таскать больше взрывчатки. Оно для PvP может подойти, для этого нет. Да даже для PvP не подходит. Так, плита долгого хранения. Усиление объекта плита. Удваивает срок хранения пищи. Кстати, очень тоже, очень даже хорошая штука. Так, урон огненной ловушки плюс 30%. Неинтересно. Вот это интересная штука и вот это интересная штука. Я, наверное, возьму... Блин, даже не знаю. Не, я, наверное, возьму именно вот это. Чтобы не пожалеть потом. Потому что это топовые печи, которые меньше будут требовать ресурсов. И мы можем сбросить один раз в неделю эти штуки, получая вот эти вот штуки. Сейчас покажу. Цель сезона. Сюда заходим. Вот эту штуку. Если получил, за эту штуку можно сбросить вот именно эту профессию. Так, кстати. Кстати, смотрите. Я тут кое-что это выполнил. Давайте заберем. Сейчас, может, даже смогу это забрать и показать вам наглядно. Вот, видите, выполнил. Нажимаем «Получить» сюда и получаем Стархом. Вот такую валюту, за которую можем пушки потом покупать, либо крутить эту машину желаний. И получили вот эту штуку. И плюс вот этих штук получаем. Вот такие вот делишки. Так, дальше. Я хочу переделать этого персонажа. Персонажа, бля. Я сейчас буду его переделывать, когда закончу. Пока что на паузу поставлю. Когда закончу, мы сделаем. Так. Делать буду на основе вот этой мадам. Она симпотная такая. Все, пошел настраивать. Ну что, дамы и господа, мулаточка готова. Сочная мулаточка. В общем, вот такая вот мулаточка появилась. Вроде как получилось почти как та. Я вас, короче, без сочной мулаточки не оставлю. Так, давайте по этим настройкам разберемся. Я вам настройки быстро покажу. Талия вот такая. Бедра такие. Грудь. Ноги. Так, это я не трогал, но мы можем пришпандолить этой вот такую вот татуировку. Кстати, вариант хороший. Дальше есть что-то еще? Нет. Не, не хочу и пачкать грудь. Такую красивую грудь пачкать татуировкой подобное не стоит. А, это на ноге. Это на руке. Давайте вот эту выберем. Нормально так смотрится. Шрам скрывает. Так. Что касается волос. Я вот даже не знаю, стоит ли тут ставить что-либо. Втыкать ли ей краску на волосы или нет. Стоит, не стоит. Или волосы оставить черными. Но лицо у нее симпатичное. Прям сочная такая мулаточка.
Да, я думаю, синий сделаем. Симпотно смотрится, либо черным. Но розовые тоже симпотно смотрятся эти. Но не знаю, стоит, не стоит. Так, сделаем. Подтверждаем. Изменение персонажа. Оп. Была сочная китаяночка. Сейчас прогрузится все у меня тут. Осталась сочная мулаточка. Не, ну за мулаточку, друзья, с вас лайк. Это по-любому. Давайте на солнце выйдем. Вот сюда. Вот тут вам ее и покажу. Не, ну она прям сочная получилась, согласитесь. Так, это хорошо. Дальше. Дальше нам по квесту нужно. Так, по квесту нам сюда. Заедем сюда, кстати, выполним. А потом вот сюда. Хотя, тут у нас как бы час. Не так много сделали за эту серию. Сейчас ресурсы скину. Так, это что за херня? А, маленький сундучок. Давай маленький сундучок куда-то поставим. А ну, сколько у него тут этих? Ёп твою, блядь, да лучше бы я его не ставил. Ладно, пусть будет пока что шкаф тут. Мне все равно надо куда-то ресурсы просто сбагрить. Так, друзья, я знаете, что подумал? Час по времени прошел. Блин, падла, долбит тут прямо у меня тут. Долбит. Час по времени прошел. Я планирую делать видосики по одному часу. Так что на сет-квестик мы уже пойдем в следующей серии. Так как если я сейчас пойду, затянется на полтора часа. Что, друзья, желаю всем удачи. Не забывайте поставить лайкосик за мулаточку. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Поддержите канал подпиской, если вам не трудно. С вами был Барретт и наша сочная мулаточка. Всем удачи, всем добра и всем пока. Давай. Опа. Ну за это точно лайкосик с мужиков особенно.